далее шоппинг-шоу, фейерверк новогодних подарков и скидок. Мы поможем вам подготовиться к Новому году, не выходя из дома. Шоппинг-шоу дарит всем своим клиентам персональную скидку в 10% при заказе на сумму 7 тысяч рублей и более. Вы заказали на 10 тысяч рублей? Ваша скидка составит 15% на весь заказ. А если вы настоящий мастер новогоднего шопинга, сформируйте свою корзину на 12 тысяч рублей и более, и мы подарим вам скидку 20%. Но и это еще не все. Всю неделю телеканал Шоппинг-шоу дарит новогодние подарки всем своим клиентам с каждым заказом. Новый день, новый подарок. Сегодня получите стильный платок «Шелковая нежность» абсолютно бесплатно. Следите за эфирами. Заказывайте, экономьте и получайте подарки вместе с телеканалом Шоппинг-шоу. С наступающим Новым годом! Новогоднее волшебство уже сейчас в эфире телеканала Шоппинг-шоу в декабре. Казалось бы, остается месяц до Нового года. Нет, 25 дней. Не забываем, что стоит о подарках позаботиться заранее. Я вам предлагаю это сделать в рубрике «Ювелирные украшения», потому что здесь настоящее волшебство. Здесь магия камней. Буду вам это демонстрировать в течение целого эфира. Какой камень именно ваш? Вы задумывались об этом? Если у вас ваш талисман, давайте подбирать. Это доступно, это выгодно. Вы могли бы подумать, что ювелирные украшения это дорого и недоступно, но на телеканале Шоппинг-шоу есть разные варианты. Есть невероятно выгодные, есть королевские, есть красивейшие. Все для вас исключительных. Давайте посмотрим, с чего мы начинаем эфир. И вот как раз на примере этого украшения легко и продемонстрировать магию камня. Кольцо «Вечер в Мадриде» из серебра 925-й пробы с натуральным рауф-топазом и вот такой вереницей линии сияющих искристых фианитов. Ну давайте смотреть у нас с вами, какая магия. Вот так вот я вам сейчас покажу вот такой кусочек минерала. Вот так у нас с вами раух-топаз выглядит в природе. Посмотрите, да, как затемненное, как замутненное стеклышко даже, похоже. Но раух-топаз – это натуральный камень, это не стекло, это действительно вот такой минерал кварцевой группы. Это натуральный камень, но вот так он выглядит в природе, а уже когда ювелиры с ним поработают, он превращается в вот такое достойное ювелирное произведение. Вот она магия! Магия ювелирного дела и магия камня воочию! Кто бы мог подумать, что такая магия настолько доступна по цене 1299 рублей. Вы уже выбрали свой камень. Я уверена, что сейчас очень многие проголосуют своими звонками именно за кольцо «Вечер в Мадриде». Почему? Потому что это кольцо удобное, красивое. Посмотрите, сочетание есть и классических элементов, и вот такого модного и загадочного по цвету раух-топаза. А вы когда-нибудь видели, чтобы раух-топаз так сиял? Если вы до этого думали, что раух-топаз или дымчатый кварц – это такие темные коричневые камушки, не совсем невзрачные, то давайте с вами смотреть, как он раскрывается по-новому, сияет всеми гранями. Вы знаете, иногда бывают люди-сюрпризы. Вот действительно, иногда бывает, что глубокий внутренний мир раскрывается у человека при общении. Также и ювелирные украшения. Их богатый внутренний мир раскрывается, когда вы их надеваете на пальцы. Вспомните. Когда вы в последний раз себе приобретали кольцо или серьги вашей мечты, вспомните, когда у вас появлялось то украшение, которое вас вдохновляло, радовало, восхищало. Забыли это ощущение? Пора вспоминать. Вы целый год трудились, вы целый год занимались делами семьи, вы целый год занимались делами детей и мужа. Про себя наверняка забыли, зная, что наши дамы, особенно в России, хоть и любят себя украшать, но часто забывают, часто отдают предпочтение, например, тому, чтобы купить ребенку что-то или мужу. Не забывайте, несите эту красоту миру, вашу красоту миру. Пускай это будет вашим девизом. Итак, а кольцо в мир нам красоту в мир нам помогает нести кольцо «Вечер в Мадриде», выполненного с таким действительно вечерним, полуношным, красивейшим раух-топазом, натуральным камнем из серебра 925-й пробы, с золочением, которое является очень демократичной заменой золота, потому что визуально от золота не отличим. Только по пробе можно понять, что это серебро. Пробы 925 обязательно продемонстрирую. Размер у нас с вами от 17 до 21. Широчайший размерный ряд, поэтому те, кто влюбились в это кольцо, однозначно ваш размер будет. Главное дозвониться. Сейчас посмотрите 18 предложений. Широкий размерный ряд. Вы понимаете, по 2, по 3 колечка на размер. Если упустите, будете потом переживать. Знаю, украшения мечты упускать не стоит.
А я рекомендую такое украшение абсолютно всем любительницам натуральных камней. Почему? Потому что камень выглядит, с одной стороны, загадочно, с другой стороны, есть вот этот мистический цвет, который вдохновляет. Это и есть камень вдохновения, раух топаз или дымчатый кварц. Давайте с вами посмотрим на пробу, потому что очень важно, действительно, что у нас тут серебро 925-й пробы. Вы сейчас увидите кольцо, скажем так, с лицевой стороны. А теперь я вам покажу, совершенно не стесняясь, его изнанку, потому что изнанки оно так же красивое, как и с лица. Давайте смотреть на детали. Вот как раз вы видите такие две у нас вот такие печати. Это проба и клеймо завода-изготовителя. А проба и клеймо ставятся, то есть проба у нас с вами ставится в государственной производственной палате, а именик ставится на самом производстве, чтобы можно было идентифицировать, кто у нас производитель и, собственно говоря, кто делает такие восхитительные ювелирные украшения. Смотрите, а вот она, да, изнанку тоже показала и обязательно со всех сторон покажу. Вот она, царственная посадка камня. Смотрите, высокая, красивая, необычайная. И вот она, эта дорожка фианитов. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что вот есть такое ощущение, что он как будто бы в воздухе, да, повис этот камень. Есть ощущение, но здесь надежная закрепка. Не переживайте, не бойтесь, дозванивайтесь смело, забирайте это кольцо, которое и красивое, и надежное одновременно. Тем более, звонки у нас бесплатные. Хочу это напомнить, особенно нашим новичкам, но наши постоянные телезрители уже знают и как пользоваться нашими, собственно говоря, скидками, и как получить свою скидку в 500 рублей, только дозвонившись сегодня, и как и также получить свой подарок, потому что мы на телеканале Шопен Шоу сегодня вам дарим подарки. Каждому заказу шейный платочек, как модный аксессуар. Мода, красота для вас. Посмотрите, восхитительная форма, она у нас повторяется и в серьгах. Казалось бы, да, как здорово, когда один элемент может так поэтично и так восхитительно смотреться в двух разных украшениях. Одно для пальчиков, другое для серег. Ну, конечно же, комплект объединен общей идеей, общей структурой и общей фантазией. Серебро 925-й пробы, натуральные камни раух-топазы, камни творчества, камни защищающие. Это действительно камни вот такие, которые помогали в свое время и гадалкам смотреть на судьбу. Вот до святок у нас это тоже не так мало времени, поэтому вы такие камни можете в качестве своих, знаете, в качестве вариантов кофейной гущи для себя выбрать. Я обожаю осматриваться камни, вот в эти нюансы, в эти оттенки. Там столько всего можно увидеть. А вы когда-нибудь гадали на камнях? А вы когда-нибудь думали, что вот такие камни, они помогают встретить свою судьбу? Ведь это не просто камни, это талисманы. Казалось бы, наша судьба может быть за поворотом. Главное быть все-таки к этому готовы, согласитесь. Здорово же, но мы же с утра выходим, мы красимся, мы создаем прически, мы надеваем красивые платья. А про украшения забываем? Ну скажите честно. Знаю, что большинство ответит «нет, не забываем», потому что знаю, как женщины обожают ювелирные украшения. Наверняка у вас даже есть любимые серьги. Но я рекомендую вам менять, даже если у вас есть обожаемые, любимые сережки, не зацикливаться на одном дизайне, выбрать разнообразные вариации. Вот, например, серьги «Вечер в Мадриде», посмотрите, как идеально сели. И вот в этих сережках тоже есть секрет. Хотите его увидеть, смотрите презентацию далее, но при этом не теряйте времени, дозванивайтесь, ведь украшений остается только 15 штук. 15 исключительных, 15 восхитительных, 15 незабываемых серег «Вечер в Мадриде». Спросите меня, почему так мало? Как такое может быть? Только 14, серьезно? Да, отвечу вам я. Ведь каждое украшение специально заказывается для вас напрямую от производителя. Приходится ждать несколько месяцев, прежде чем ювелирное украшение окажется у нас. У нас такой принцип. Небольшое количество украшений в ограниченных партиях. Каждое украшение представлено при этом в эксклюзивном ценнике, то есть самом низком от производителя. Ведь работаем мы напрямую с лучшими производителями России. Кстати, не только России, но вот это российское у нас с вами производство. И посмотрите, как выполнена качественная дорожка фианитов и, конечно же, наши вот эти линии, да, такие напоминающие восьмерку немножко. И напоминающий мне немножко какое-то сплетение, узелочек такой, узел любви. Давайте посмотрим на английский замок. Английский замок на самом деле причудливый. Мне на самом деле лучше сережку, наверное, снять, чтобы вам показать. Итак, 2299 рублей. У нас с вами остается только 13 предложений. Снимаю серьгу. Снимается она очень просто, но если вы прикладываете усилия, небольшое такое, она очень надежная, потому что английский замок, но английский замок с секретом.
Посмотрите, какая конструкция. Вот это да, вот это точно сочетание и цены, и качества. Итак, казалось бы, привычный английский замок, да, но посмотрите, есть вот такая дополнительная душка. Она облегчает нам открытие этого замка, если мы вот его таким образом открываем, да, и плюс обеспечивает дополнительную балансировку, то есть серьга у нас не перевешивается. Здесь у нас больше веса на английском замочке. И, собственно говоря, сама сережка более весомая. 3,31 грамма общий вес у нас с вами серег за счет и замочка, и за счет вот таких камушков, за счет сияющего, конечно же, золочения. Весомые, хорошие, на каждый день оптимальные. И только подумайте, вы такое украшение приобретаете для себя на каждый день, и вы выглядите восхитительно, чарующе и обворожительно. Согласитесь, это бесценное ощущение чувствовать себя вот такой вот на высоте. А мне хочется поинтересоваться нашей модели у Лены. Лен, удобно тебе или нет? Сейчас Лену обязательно покажем, она вам скажет, она вам продемонстрирует, собственно говоря, насколько это удобные сережки. Вы, кстати, видите на нашем оборудовании, да, что они садятся идеально, никуда не перевешивают. Вот посмотрите, да, как раз идеально совершенно села, прям, знаете, как влитое, я бы сказала, что ощущение, что Лена с такими сережками родилась. Ну, вот как здорово, что сережки мы можем менять, да? Один день мы ходим в раух-топазах, другой день мы ходим в каких-то других сережках. Про кольцо не забывайте, ведь это целая коллекция серьги «Вечер в Мадриде» со своей магией камня, с удивительными раух-топазами, с удивительными, и второе название — дымчатый кварц. И у меня остается не так много времени для того, чтобы вам показать эти сережки. Еще один взгляд, 8 предложений. Дозванивайтесь смело на подарки, на выход куда-то в люди. А на выход просто каждый день для того, чтобы чувствовать себя обворожительной. Сережки «Вечер в Мадриде» из серебра 925-й пробы и кольцо с раух-топазом в том числе. Сумма комплекта у нас с вами получается очень приемлемая. 3598 рублей. Набирая сегодня на 4900, вы получаете не только бесплатную доставку, но и, кстати, можете получить дополнительные скидки. Скидки у нас сегодня по нашему фейерверку новогодних подарков, фейерверку новогодних скидок от 10 до 20% зависит от суммы вашего общего заказа. Заказываем смело, дозвонимся, звонки бесплатные, операторы ждут вашего звонка. И у меня к вам вопрос. Какой металл мы жаждем получить и какой металл самый лучший для того, чтобы его дарить? Это золото. Золото – это вечная ценность, которая остается и с нами, если мы его приобретаем, и с тем человеком, которому мы дарим, тоже на всю жизнь. Вот посмотрите, как только я увидела такие сережки, королевская снежинка, сразу подумала про свою племянницу, которая вот очень скоро исполняется 16 лет, сразу подумала про то, что есть дамы, которые предпочитают миниатюрные украшения, вот такие милые детали, но это золото! Вы сейчас видите цену на золото, серьезно я вам говорю, это не серебро 925-й пробы золочения, это именно золото 585-й пробы, ну и название соответствующее — королевская снежинка. Ведь металл золота — это всегда королевский выбор. Но только подумайте, такое сочетание. У нас с вами здесь фианиты в виде снежинок, в виде звездочек. И вот такая практически корона, да, получается над снежинкой. Красивейшая, объемная. Все это выполнено из золота на английском замке. И такая цена. Серьезно, я действительно хочу подтвердить, как эксперт, что это золото 585-й пробы. Сиятельное, яркое, необычайное, качественно выполнено. Но таких предложений немного. Я уже говорила о том, что здесь есть английский замочек. И вот это ограниченная серия, ограниченная партия. Я доворачиваю вот таким образом сережки, чтобы показать вам пробы клеймо из завода-изготовителя. И многие у меня спросят: ну хорошо, у меня есть золотые сережки, зачем мне нужно еще? Но знаете, я могу сказать, что всегда можно сделать подарок. Всегда есть золотые сережки, которые, ну, какие-то надоели, как-то хочется поменяться. А согласитесь, здесь не такая стоимость, чтобы мы могли с вами действительно долго думать и переживать. Золотые сережки по цене 6500 рублей. Это не магазинная цена. В магазине 12-15, я понимаю, там уже приходится подумать, там уже приходится действительно как-то попереживать по поводу этой суммы. А сейчас у нас на телеканале Шоп-н-Шоу, да я понимаю, что у нас еще и скидка будет, правильно я понимаю или нет? Продюсер, скажите мне, пожалуйста, какая у нас скидка будет на эти сережки?
5% у нас с вами скидка на эти сережки. И посмотрите, ведь вы же еще получаете и бесплатную доставку. Ах, подчеркиваю, что у вас получается скидка 10%, если вы заказываете еще что-то к этим серьгам «Королевская снежинка». И тогда будет скидка. Вот немножко нужно будет дозаказать. До 7 тысяч. У нас от 7 тысяч сегодня начинаются скидки. Подчеркиваю, что здесь и выгода, и яркость, и блеск. Это универсальный подарок. Вот, знаете, подарить золотые сережки. Подарить, это же самому приятно. Мужчинам обращаясь, дочке подарите, подарите племяннице, подарите любимой женщине, ведь это признание в любви, девушке. Действительно, меня, с одной стороны, такие очень изящные серьги, я не буду говорить сильно миниатюрные, они действительно нежные. Но золото, оно в том и хорошо, да, что его не обязательно должно быть много. Золото говорит само за себя. Это говорящие серьги, говорящие о вашем статусе и говорящие о том, что вы сделали лучший выбор в пользу сочетание цены и качества. 6499 рублей. Я представляю, какой ажиотаж у нас сейчас начинается и какое количество звонков. Дозвонитесь и вы. Пускай вас никто не опередит. Вы будете первые. Вы обязательно дозвонитесь и закажете для себя, для своей внучки, для своей племянницы, для крестницы серьги «Королевская снежинка». Хотя вот почему я все время кому-то на подарок это рекомендую? Я считаю, что те, кто выбирают золото, должны себе его позволять. Оно должно появляться в коллекции в качестве новых приобретений. Вы еще не приобретали золото на телеканале Shopping Show? Да что вы, серьезно? Ведь уже вся Россия знает, как это здорово делать покупки с телеканалом Shopping Show. Как это замечательно, когда к вам в ближайшее почтовое отделение придут золотые сережки, вот такие с фианитами. А я, кстати, показываю вам еще золотую цепочку, которая называется «Королевская». У нас презентация этой цепочки была в прошлом эфире, если пропустили... Если пропустили, не переживайте, просто напоминаю вам название. Королевская цепочка, уточните у наших операторов. Здесь она, по-моему, идеально подходит под наши серьги. Королевская снежинка, и даже название у нас с вами практически общее. Королевская снежинка и королевская цепочка с алмазной гранью. Итак, 6499 рублей. Вот, кстати, заказав вместе с такой цепочкой, вы точно можете рассчитывать на скидку 10, а то и 15%. Опять же, легко и великолепно будете и смотреться, и сделаете свой потрясающее приобретение перед Новым годом, пока еще цены не повысились. Ожидается повышение цен в 2017 году. Это, знаете, процессы мировые, ничего с этим сделать невозможно. Поэтому чем раньше приобретаете, тем более выгодное вложение вы делаете. Это украшение на всю жизнь, это украшение спутники. О, Леночка, слушай, я, конечно, видела, что они хороши, но вот настолько... Посмотрите, какой акцент, посмотрите, как нежно, посмотрите, как выигрышно, посмотрите, как необычайно и нежно смотрится на Лене сережки «Королевская снежинка». А вы хотите, чтобы у вас был такой нежный образ? Дозванивайтесь, есть еще предложение. А теперь хочу вас спросить, что вы знаете об итальянских украшениях? Многие могут сейчас удивиться этому вопросу, подумать, итальянские украшения, я, может быть, и не видела их никогда в жизни, а может быть, кто-то был в Италии, рассказал, что все это красиво, конечно, но дорого. А еще брендовые есть какие-то итальянские украшения, которые в журналах показывают. Одним словом, красиво, но дорого, да? Давайте с вами и выберем красивые ювелирные украшения, и при этом будем удивляться цене. Невероятно низкой, доступной кольцо, колье, которое у нас называется «Виват». «Виват» практически хочется сказать «Гардемарина» или «Виват императрица». Да, много может быть таких эпитетов. Ну вот, посмотрите, фантазийные у нас с вами плетения, потрясающие, действительно. Очень интересное по дизайну. Видите, как будто бы у нас с вами сплетаются две змейки вот в такую косичку, двойную косичку. Вспоминаем, что да, даже косу на самом деле аккуратно из волос сплести-то не так просто. А вот как сплести косу из цепей, это знают ювелиры. Этим секретом обладают итальянские ювелиры. И посмотрите, у нас действительно есть потрясающее покрытие этого серебра. То есть серебро у нас в основе украшения, и покрыто оно роди, для того, чтобы это серебро никогда не потемнело и служило вам долго. Вот оно, это плетение, вот она, эта красота, видите? Посмотритесь, одна змейка, дорожка. О, посмотрите, у меня даже, вот видите, какое отражение, даже от пальца, даже от руки у меня здесь отражение. Вот оно, качество. Такая практически лаковая поверхность. Но это качество исполнения. Я бегу, просто бегу взглядом за вот этой дорожкой, за вот этим светом.
сияние. 27 предложений. Хотите сиять и вы? Сияйте смело, не отказывайте себе в сиянии, в блеске, в восхищении, комплиментах. Когда вы последний раз слышали комплименты? А хотите слышать комплименты на Новый год, на корпоративе? Я, кстати, уже вот платье подобрала, с аксессуаром сейчас определяюсь на Новый год. А вы же подумали, что вы наденете? У нас такой ажиотаж сейчас на работе, в офисе все девушки обсуждают, какие ювелирные украшения они наденут, какие платья, у кого-то секреты, кто-то интригует. Но мы с вами можем договориться, да, о том, какие ювелирные украшения вы приобретаете, интригу сохраните у себя уже на работе. Придете и скажете: а у меня итальянская цепочка. Причем, я хочу сказать, что за этой цепочкой вам нужно, не нужно стоять в очереди. Хотя нет, виртуальная очередь у нас все-таки есть, но согласитесь, это комфортно, это приятно. Виртуальная очередь вам позволяет и дозваниваться, и при этом смотреть, еще рассматривать какие-то детали и решать, одну вы хотите, две или три цепочки, например. Вот у нас с вами размеров 2, 45 и 50 сантиметров. Елена как раз демонстрирует оба. Видите, 45 чуть ниже горлышка. Будет очень хорошо сидеть, никакого такого удушающего эффекта не будет, идеально будет смотреться, а 50 сантиметров уже более так, более даже, я бы сказала, что более богато смотрится, потому что больше металла, больше эффекта. Средний вес у нас с вами почти 11 граммов у такой цепочки. Почему средний вес? Потому что есть длина и 45, и 50 сантиметров. Соответственно, вес будет разделяться. Очень широкое плетение. Вот мне бы сейчас вам продемонстрировать ширину, потому что хочется показать, что звено и вот такая вот эта вот сияющая поверхность, она поистине смотрится дорого, богато и восхитительно. Итак, давайте смотреть с вами, какая у нас ширина плетения. Это уже очень важно. Сейчас о надежности поговорим обязательно. Итак, вот видите, почти 5, это то и 6 миллиметров. Вот посмотрите, в самой широкой части. Надежность, у нас за надежность отвечает двойное плетение. Видите, у нас с вами и одна вот такая косичка, да, и вторая. Два элемента. Посмотрите. Ощутите. Какая вы будете красивая, только подумайте. Я представляю то количество взглядов, которые у нас будут, комплиментов, которые будут к вам. Обязательно потом, опять же, расскажите, позвоните. Мне так приятно, когда вы рассказываете, звоните, говорите, что вам понравилось, как отреагировали коллеги. Ну, наверняка же позавидовали. Немножко позавидовали, не страшно. Главное, держите свои секреты в тайне. Где вы приобретаете такие ювелирные украшения? Родственникам расскажите, вы самым близким расскажите, что вы сделали самое выгодное приобретение. 3499 рублей за цепочку итальянского плетения. Да, эта цепочка прилетела к нам из Италии. Их и не может быть много, их только 20. Согласитесь, да, если даже на российском производстве заказывать цепочку и ждать приходится несколько месяцев, то на итальянском она может и вообще никогда не повторить. Вот это точно эксклюзив, это редкость для вас, колье Вивато серебра 925 пробы, итальянское фантазийное плетение. И неожиданный вариант. Согласитесь, кажется, что цепочка уже сама по себе самодостаточная, так и есть. Но даже на это колье Виват можно наслоить вот таким образом, надеть, добавить подвеску, такую, как наша подвеска «Вечерняя лазурь». Да, я здесь однозначно рекомендую сочетание именно с серебром, с родированием. И у нас такая подвеска как раз исполняет все наши требования в этом плане, но даже больше она нам дает. Дает она нам полуночную синеву нано-сапфира. А вы когда-нибудь думали, что вы сможете позволить себе сапфиры? Вспоминаем, сколько сапфиры стоят в магазинах, да и сложно их сейчас найти. Натуральные камни, натуральные, природные, они стоят очень дорого. У нас на телеканале Шопеншоу лабораторный аналог природного изумруда, природного сапфира. Практически оговорилась, ну, конечно, камень первой группы могла бы оговориться, да? Лабораторный аналог природного сапфира. Только лучше по качеству, лучше по цвету, лучше по сиянию. Полуночный синевы цвет. Вы знаете, если есть для бриллианта сравнение, бриллиант чистой воды, то для сапфира есть сравнение как раз вот такая полуночная синева. Эталонный, темный, глубокий цвет. Видите? А посмотрите, как поверхность, даже цепочка отражается немножко о грани. Слушайте, сияние сумасшедшее какое-то. И вот так вот они дополняют друг друга, и цепочка, и подвеска, идеальное дополнение, комбинация. Но опять же, да, у нас цепочка может быть тоже, точнее, подвеска может тоже носиться с этой цепочкой, может носиться с другой. Сейчас очень
интересно носятся вот такие элементы, например, на бархотке или на какой-то кружевной детали, да, на кружевном колье. Очень интересно, сейчас модно. Вы такую подвеску сможете обыграть по-разному. Можете обыграть в рамках классического стиля на цепочке, можете обыграть в рамках праздничного варианта с нашим колье Виват. Ну и в том числе можете обыграть в виде модного варианта, например, как раз с кружевной или с бархатной лентой. Итак, 899 рублей, подвеска вечерняя лазурь. Давайте на нее смотреть, конечно же, во всех деталях. Казалось бы, дизайн простой, но вот здесь тоже есть свои секреты. Есть и вот это зеркальце, да, сияющее, которое дает дополнительный блеск. Есть и достаточно крупный камень. Давайте померим, какой у нас с вами размер камня. Вот у меня так навскидку где-то 5 миллиметров. Слушайте, даже мой глазомер немножко ошибся. 6 миллиметров, даже 6,5, я бы сказала. Одним словом, это аналог сапфира в 1 карат. Сапфир в 1 карат – это огромные заоблачные суммы, но нам сегодня их не нужно тратить. Можно всего лишь для себя позволить такое украшение за стоимость 899 рублей. Те же самые свойства, та же самая кристаллическая решетка, только лучше сочетание элементов и сочетание цветов. 899 рублей. Мечты о сапфире сегодня сбываются. Сбываются буквально на глазах. Ну, а я бы хотела вам сказать, что у нас стоимость комплекта с колье получается 4398 рублей, но мы с вами на этом не останавливаемся. У нас еще есть в том числе и серьги, которые вы с легкостью добавляете в комплект до бесплатной доставки или до своей желаемой скидки. Скидки у нас сегодня дополнительные от 10 до 20% в зависимости от суммы общего заказа. Смело набирайте подарки на все случаи жизни. Вот это точно тот случай, когда мечты сбываются. Когда вы хотели синий камень, пожалуйста, это вариант, когда можно себя просто побаловать. Хотели синий камень, да пожалуйста, вот он такой, игривый, сияющий, синенький. Да не просто синий, а скорее вот такой полночный и очень благородный. 8 предложений остается по цене 899 рублей. Серебра 925 пробы, радирование в вытянутой красивейшей форме вместе с нано-сапфиром. Длина 30 мм на 6 мм. Я бы очень хотела, чтобы мы с вами сейчас, конечно же, посмотрели полностью комплект с серьгами. Да заказывайте серьги. Серьги также подойдут для вашего повседневного образа на подарки. Если вы хотите расширить цветовую гамму и цветовую палитру ваших украшений, то смело действуйте. Синий цвет – это цвет благородства, цвет умиротворяющий, цвет, который ассоциировался в религии, например, даже с Девой Марией, ассоциировался с какими-то такими небесными высями, благодатью. Ну а в модном понятии, в модной индустрии есть такое понятие, как королевский синий. И вспоминаем, да, что сапфиры для себя выбирали в качестве и колец обручальных, и в качестве ювелирных украшений, скажем так, в качестве любимых ювелирных украшений многие дамы, облеченные властью. Открою вам секрет, что сапфир – это мой любимый камень. Я, конечно, не королева, не потомок аристократического рода, но помечтать иногда хочется себя так почувствовать. И вот эти камни, они дают именно такое ощущение. Любимый цвет, обожаемый камень, он, знаете, он как вот в душу просто западает, и потом ощущение, что с этим камнем жизнь становится легче, радостнее, приятнее, действительно необычайнее. А вот посмотрите, какой у нас с вами здесь сияющий оттенок. Поэтому, если вы хотите, чтобы и ваша жизнь стала и более такой вот насыщенной, яркой, необычной, даже просто, чтобы каждый ваш день наполнился каким-то новым впечатлением, сапфировые серьги нам в этом помогут. Почему? Потому что это новинка для вас, потому что это действительно какое-то вот такое радостное приобретение в благородном цвете. До Нового года 25 дней, вы знаете, уже счетчик у нас с вами обратного отсчета, 25, 24, в общем, одним словом, буквально чуть больше 3,5 недель. Я понимаю, что вы сейчас подумали, что уже там какой-то новогодний стол уже готовить, платье, об украшении-то подумали. Но на самом деле телеканал Шоп-н-Шоу о вас позаботился, за вас уже обо многих вещах подумал. Выбрали все самое лучшее. Даже если вы сейчас решите, я пойду в магазин что-то выбирать, вы вернетесь к нам после всех этих походов бесполезных в толкучке, в толчее, в духоте. Уверена абсолютно, что вернетесь, но только таких украшений уже не
будет, потому что каждое украшение, которое вы видите, представлено в ограниченной серии, специально заказанное для вас, специально подобранное. Вот без толчии, без сутолоки, без каких-то без какой-то нервотрепки, без того, чтобы, не знаю, продавщица вам сказала, вашего размера нет или ваши сережки, вот, например, я считаю, что вам такие не подходят. Нет, у нас все удобно, комфортно, приятно и, конечно же, комментарии отличного эксперта. Я могу сказать, что эти серьги, которых осталось 17 на всю страну, подойдут женщине абсолютно, как любого возраста, так и любого цветотипа. Почему? Синий оттенок вообще очень хорошо подходит женщинам, которые живут на территории России. У нас с вами в основном бывает летний цветотип, очень часто бывает зимний. Вот синие цвета, они нам подходят. А здесь еще вот с таким благородным блеском, вот с такой, знаете, холодным блеском серебра в радировании, они смотрятся поистине восхитительно. И посмотрите, вот действительно очень выгодное приобретение, и плюс эмоций будет масса. Будет эмоций масса, я вам гарантирую. Вот эти сережки, они добавляют настроение за счет, я бы сказала, что такой легкости, за счет вот такого какого-то эффекта движения. А как будет вытягивать форму нашего лица? Вы подумали об этом? Еще дополнительная выгода, еще дополнительный плюс для нашего повседневного образа. То есть такие сережки будут хорошо у нас с вами играть около зоны лица, будут хорошо привлекать внимание, будут идеально носиться буквально каждый день, потому что здесь и камешек потрясающий, и английский замок, ну и плюс зрительно делать форму нашего лица более правильной. Покрытие родием, это покрытие безопасное и гипоаллергенное, но опять же, это не какая-то бижутерия, покрытая родием, это серебро, поэтому здесь двойная гарантия гипоаллергенности. Все-таки хочу вам показать оборотную сторону, потому что она мне очень нравится. Вот обратите внимание, насколько у нас с вами... Ох, вот так вот убежали из кадра уже. Посмотрите, как у нас с вами открыт камешек. Сияние даже с тыльной стороны. Вот он, идеальный дизайн. Ничего лишнего. Минимализм сейчас тоже актуален. Кстати, зачем я отворачиваю? Есть же здесь и проба. Смотрите, вот проба и клеймо завода-изготовителя. Поэтому серебряные украшения на телеканале Shop'n Show – это ваша гарантия удовольствия, радости, качества, безусловно. Я хочу подчеркнуть, что вот такие сережки – это радость каждый день для любой женщины. Пускай эта радость будет у вас. А мужчины дарите такие украшения. Кстати, и женщины могут тоже дарить подругам, могут подарить внучке, можно подарить маме. Это серьги на любой возраст. Любительницам синих цветов, любительницам, обожательницам нанных сапфиров. 10 у нас с вами остается. Серег, вечерний лазер. До праздников такие серьги точно не появятся. Сейчас или никогда. Вот действительно, 1699 рублей и 899 рублей. Подвеска из одноименной коллекции. За подвеску и серьги вы сегодня платите всего лишь 2598 рублей. Хотя, мне так говорилось, не сегодня. Вы же платите все, оплачиваете все украшения только по получении. Сейчас вы бронируете свою скидку, бронируете свою пару серег, оплачиваете только когда они приходят к вам в ближайшее почтовое отделение. А теперь вот действительно хочется посмотреть на это украшение. Действительно хочется просто помолчать, полюбоваться, остаться наедине с этой красотой. И здесь тоже украшение, которое покажет вам всю магию камня. Что вы думаете, видите сейчас? Что вы думаете, что вы видите сейчас? Золото 585-й пробы, конечно, фианиты. И вы думаете, что вы видите аметист? Но нет, камень-алексид. Лавандовый камень, который меняет цвет. Это камень, который обладает таким же эффектом, как александрит. Собственно говоря, и название у него уменьшительное от александрита, потому что это лабораторный аналог природного александрита. Цвет меняет. Иногда бывает как аметист, иногда бывает как топаз, иногда бывает как танзанит. Разные оттенки. И самое главное, вы разные. Кольца, которые не надоедают, и кольца, которые показывают вашу индивидуальность, ваш статус и ваш потрясающий и удивительный вкус. Вот так вот, вот он и сюрприз. А видели, что сейчас он только что был фиолетовый? Это я вам не два разных кольца показываю, это я вам показываю одно кольцо. Вот она, настоящая магия камня. Сейчас он выглядит как голубой небесный
Александрит, топаз, а теперь у нас с вами, да, при другом освещении еще и фиолетовый. Вот действительно, камень, который меняет цвет, камень, который мы, с одной стороны, знаем про Александрит, про алексит знаем мало, но вот она у нас с вами, настоящая магия. И теперь на золотое украшение в рамках нашего фейерверка скидок. Скидка 10%. Аплодисменты, буквально аплодисменты нашему телеканалу, но и вам, тем, кто дозванивается сейчас. А теперь давайте посмотрим на эффект. Эффект кольца сияния неба. Я вам показываю одно и то же кольцо, и вам не мерещится, это не оптическая иллюзия, хотя на самом деле это оптический эффект, названный в гемологии и в минералогии плеохроизм или александритовый эффект, или еще называют его камень-хамелеон. 9 предложений украшений в золоте. То есть вот это точно украшение у нас с вами на всю жизнь. Давайте с вами посмотрим. Вот даже новая цена у нас с вами с пересчетом там 6400 рублей. Кстати, вот видите, даже одно у нас, даже в рамках голубого цвета есть у нас с вами своя магия. Вот такой цвет. А теперь давайте посмотрим, как у нас еще с вами может цвет поменяться. Другое освещение. И он уже практически рубиновый, боже мой, как, ой, не рубиновый, изумрудовый, боже мой, какая прелесть. Вот здесь действительно сияние, я тут вижу и рубины, и изумруды, и топазы. А давайте посмотрим еще аметистовый вариант, увидим сейчас. Да, обязательно покажет нам режиссер еще. А посмотрите, как аметист. Вот, вот видите, даже просто изменением интенсивности света сейчас, вы уже видите на ваших глазах, эта магия происходит. Здесь действительно, вот, вот видите, смотрите. Вот я только меняю интенсивность света. Кстати, вы заходите в одно помещение, у вас топаз в руке. В другое помещение заходите, а у вас там аметист. В третье, а у вас там практически рубин. Вот он, удивительный алексит. Уменьшительно ласкательное название, можно сказать, от александрита, потому что это его лабораторный аналог. Природный александрит сейчас стоит, как московская квартира приблизительно, порядка 40 тысяч долларов за один карат. Здесь, конечно же, у нас с вами гораздо более доступный аналог. И при этом я хочу сказать, что выгода приобретения такого кольца, она несоизмерима просто с той ценностью, которую вы получаете. И камень, который меняет цвет, и золотое украшение, которое вы носите всю жизнь. И, конечно же, скидка именно сегодня, сейчас, в рамках фейерверка скидок. 7999 рублей нас с вами превращается чуть больше, чем в 6000 рублей. 6400, если быть точной, на кольцо сияния неба. Оно будет сиять и как небо солнечное, и как небо закатное. Сиять будет в зависимости от того, как вы его заставите сиять. Кольцо сияния неба и серьги сияния неба золотые. Та же самая коллекция. Позвольте себе эти ювелирные украшения. Главное, не упустите. Сейчас охотниц у нас много. Будьте и вы в их числе. Это украшение невозможно упустить. Редко у нас такие варианты появляются. Алексит вообще только недавно начал встречаться на российском рынке. Очень редкий камень, очень редкая вставка. И вообще, если мы говорим с вами о камнях, которые меняет цвет, это всегда редкость, это всегда исключительность, это всегда особое украшение. Для особых женщин, для королев, для тех, кто знает себе цену, и для тех, кто выбирает лучшее, без преувеличения, самое необычайное, самое красивое, самое редкое. Серьги сияния неба из золота 585 пробы со вставкой фианиты и лавандовым алекситом, который меняет цвет. На английском замочке, конечно, удобство для вашего удобства, для исключительных женщин. Ну и опять же я хочу подчеркнуть, что вот это украшение у нас с вами не просто меняет цвет, но это украшение еще и удобное. Вот казалось бы, да, люкс и премиум у нас редко ассоциируются в голове с каким-то удобством. Мы думаем, ах, премиальное украшение, кто-то забрал себе, положил в шкатулку, один раз надел и все. Нет, премиум может быть и должен быть не только доступен, но и красив и удобен. Посмотрите, здесь английский замок, здесь вот такой дизайн, да, казалось бы сложный, но при этом очень удобный и для лета, и для весны, и для зимы, и для осени, когда мы с вами носим шапки и носим шарфики. Но я бы хотела опять же подчеркнуть, что здесь все-таки вот эта роскошь смены цвета, это то, что мало кто себе может позволить в мире. Есть буквально
буквально на пересчет камни, которые меняют цвет. Это александрит, султанит, есть со сменой цвета гранаты и сапфиры, и алексит. Все, буквально 5-6 наименований в мире камней, которые меняют оттенки в зависимости от освещения. Искусственное, электрическое или просто по насыщенности цвета, и у вас уже 2 камня разных, 3 камня разных, и вы разные. Точно украшение, которое вдохновляет, согласитесь. Украшение мечты для кого-то и украшение, на которое сегодня 20% скидка. Мечтайте, исполняйте мечты. Мужчины, исполняйте мечты своих дам. Не забывайте про то, что ювелирные украшения всегда ценятся дамами, а рыцари, которые такие украшения дарят, сразу переходят в разряд, ну, все-таки особых мужчин, которые любят, которые обожают, которые поклоняются. Рыцари, рыцари, не упустите возможность для своей возлюбленной, для своей прекрасной дамы заказать серьги «Сияние неба» и новая цена. Сенсация просто у нас с вами, а не цена. 10 400 рублей на золотые серьги. В том числе каждому заказу сегодня подарки от телеканала Шоп-н-Шоу. Ведь есть у нас с вами еще и модный платочек, который вы получаете каждому заказу. Новый день, новый подарок. Сегодня такой подарок и сегодня такой подарок по цене. Золото 585 пробы, 3 грамма. Вот считайте, что вам здесь алексит остается, и вот такой хамелеоновый эффект достается практически бесплатно. Вот я прикидываю, да, стоимость золота, сколько сейчас оно стоит на рынке, во сколько его оценивают на лондонской бирже. Здесь цена практически лондонской биржи 12 999 рублей, то есть своя цена за золото. Ну и плюс вам здесь вот такой вот камень со сменой цвета. А вы хотите, чтобы на вас любовались, чтобы подходили ваши подруги и удивлялись? Подожди, я же видела, что у тебя это были аметистовые серьги, а сегодня топазовые. У тебя 2 пары разных серег? А вы скажете, нет. Это камень, как александрит, который называется алексит. У него и название похоже. И эффект смены цвета похожий. Но я бы сказала, что здесь более сменная, более интенсивная смена даже оттенков. Их большая градация. Вот такая растяжка цветовая невероятная. От нежно-голубого до глубокого рубинового аметистового. И, конечно, женщина, которая выбирает такие золотые сережки с алекситом, это женщина, которая знает себе цену. Это женщина, которая получит себе вдохновение ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Сережки, которые точно не надоедают. Вы знаете, я помню сказку, когда Золушка меняла платье. Она была то розовое, то голубое. То розовое, то голубое. Детский мультик. Вспоминаем диснеевский. Вот знаете, здесь такой же эффект. Только это не магия феи. Это магия камня. Это магия ювелиров, которые вам позволяют вот эту практически сказочную смену цвета себе получать ежедневно, пока вы носите такие сережки. И вы эти серьги будете носить не один год, не 10 лет. Вы будете носить их всю жизнь. Но даже если мы с вами на год поделим, стоимость будет менее 1000 рублей в месяц. Ведь эти сережки уже стоят не 12 999 рублей, а чуть более 10 тысяч рублей за счет нашего фестиваля скидок. И вот он, эффект смены цвета. 10 400. Здесь, кстати, тоже можно видеть у нас с вами вот такие две зоны, да, если фиолетовый, есть и голубая. 5 у нас с вами предложений остается. Смена цвета здесь идет в 3 градациях. От такого темного, практически темно-синего, до нежно-голубого и до ярко-фиолетового. Вот посмотрите, какая здесь магия. И вот такая голубизна и прозрачность. А потом резко появляется и фиолетовый подтон. А потом придете под электрическое освещение, под интенсивный, и у вас там фиолетовый камень. 4 предложения на всю страну, на ваших глазах. Настоящая магия происходит. Это не волшебство какое-то, это не оптическая иллюзия, это настоящий оптический эффект камня, который меняет цвет, который завораживает своей необычностью. Для самых необычных, для самых утонченных, для самых обворожительных и для самых редких женщин. Конечно же, такие украшения, они исчисляются просто даже менее десятка. Единицами исчисляются наши комплекты серьги «Сияние неба» с кольцом «Сияние неба». Заказывайте смело. Остается очень мало предложений, но пока что они есть в наличии. Дозванивайтесь смело.
Если сейчас думаете, переживаете, ведь 4 предложения остаются. Только сейчас. Сейчас или никогда. Украшения в единственных экземплярах. 4 пары стрелок сияния неба. И чем больше вы сегодня заказываете, тем меньше платите. На комплект вы получаете скидку аж в 20% при заказе серёг сияния неба и при заказе кольца сияния неба. Камни, которые завораживают, удивляют, которые действительно в полной мере показывают магию и волшебство таких обожаемых, таких любимых мной минералов. Знаете, за что люблю минералы? Потому что вот на какой ни посмотришь, а там своя история, а там своя какая-то сказка. Для женщин, уверенных в себе, для женщин активных, которые активно двигаются по жизни, я рекомендую вот такую гранатовую историю. Кольцо, испанский букет, и сразу чувствуется испанская страсть. А фламенко, у нас с вами чувствуется, может быть, вспоминаем историю Кармен, да, роковой женщины, которая могла с мужчиной сделать все, что угодно. Вот такие свойства нам дают гранаты. Но при этом они нам не дают терять голову, они не дают нам полный контроль над собой. Одним словом, мужчины голову теряют, а мы нет. Согласитесь, вот это то, что нам нужно. То есть мужчина ухаживает, мужчина все для тебя делает, а вы на это взираете, как дама сердца, спокойно воспринимаете его знаки внимания, уже выбираете один, второй или третий. Хотите, чтобы у вас так было? Носите гранаты и кольцо испанский букет. Вот с этой испанской страстью. Давайте разбираться в деталях. Сосчитаете количество гранатов? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 натуральных гранатов. Вот такая у нас здесь с вами форма, практически деревца, и от нее как будто бы идут такие еще искорки. И вот такая, ну я не знаю, это практически розовая дорожка из рубиновых фианитов. Все это украшение выполнено в серебре, зеркальной, радированной поверхностью. Очень качественное исполнение. Безопасное, красивое. Очень действительно у нас с вами безопасно здесь подчеркнуто тем, что это серебро в основе и радирование по верху, то есть гипоаллергенность. И 8 натуральных камней, натуральных талисманов для женщин, активных, целеустремленных и знающих себе цену. Если вы такая или вы всегда мечтали такое быть, вам ничего не мешает сегодня. 18 предложений открыто для того, чтобы вы их забрали. 18 предложений – это то, что разлетится приблизительно в период 3-4, ну, может быть, 5 минут. Поэтому не теряйте времени, если кольцо понравилось, если восхитились им. А невозможно не восхититься сиянием этих гранатов. Тогда забирайте смело. Да, испанские страсти будут у нас с вами, наверное, да, полыхать после этого. Хотите испанской страсти? Хотите, чтобы вокруг было закручено эмоции, какие-то приключения? Пожалуйста. Ну, а если вы просто хотите, чтобы вам эти камни прибавили уверенности, если хотите, чтобы они вам прибавили, например, хороших отношений, может быть, с начальником, может быть, с кем-то из своих знакомых, то гранаты тоже отвечают и за это. Они отвечают за привлечение любви раз и отвечают за то, чтобы мы налаживали отношения с людьми, с которыми это важно делать. То есть вы всегда найдете подход к тому человеку, который вам нужен и необходим. И вот давайте с вами подумаем. Украшение яркое, да? Подумайте, куда можно с таким украшением ходить? Кто-то сейчас скажет, ой, мне слишком ярко, я буду только на праздник. А кто-то скажет, а я люблю яркие украшения, поэтому пойду на каждый день. И правы будут обе на самом деле. Правы будут обе, потому что я могу сказать, что эти украшения хороши и как на каждый день, так и на праздник. И не забывайте про то, что красный цвет – это символ у нас с вами. Красный цвет – это у нас с вами символ года. Красный цвет – это символ и цвет года, поэтому, выбирая красные аксессуары для встречи Нового года, вы тогда себе уже получаете настоящий талисман, спутник и помощник. Итак, кольцо испанский букет из серебра 925 пробы с радированием, гранаты, фианиты, размеры 16,5 до 18,5. Я буквально вам быстренько покажу вот такой комплект, потому что мне говорят о том, что у нас их очень-очень исключительно мало, поэтому вам быстро, вот так вот совершенно по деталям расскажу про серьги «Испанский букет», серебро 925 пробы, радирование, гранаты. У нас здесь с вами их тоже достаточно приличное количество, и они будут идеальной парой как раз для кольца. При этом здесь форма такая, напоминающая геральдический щит. Посмотрите, вот здесь наши элементы геральдики, практически гранаты, рубины.
рубиновые фианиты. В общем, необычный дизайн, необычный. Яркий, привлекательный, опять же, да, для уверенных и для целеустремленных, или для тех, кто хочет такими стать. А вот я вспоминаю, что гранаты были очень популярны в начале 20 века, как раз женщины, когда стали эмансипированными, стали вот такими, знаете, делать то, что хотят, куда-то ездить, куда-то посещать какие-то новые места. Одним словом, вышли из дома, вот выдвигали гранаты, являлись вот таким символом, вот таким девизом буквально женщин, которые знают, куда они хотят двигаться, к чему-то новому и к чему-то яркому. Будьте вы такой, который знает, куда идти, или получите это ощущение от гранатов. Ведь гранаты помогают, гранаты-талисманы, гранаты-помощники, гранаты, которые нас украшают. Украшающие и необычайные, яркие, сочные, искристые. Как фрукты, да, практически, как гранатовые зернышки. Не зря ведь гранаты именно от граната и получили свое название. Ну, где-то в одних языках. В других языках их называли карбункул. В третьих языках их когда-то называли лал. Есть название и у каждого сорта граната. Перо, пальмандин, гроссуляр, демантоид, спессартин. Одним словом, их много. У нас с вами красный, скорее всего, пероб. Очень красивый, насыщенный, любимый, обожаемый. Если вы любите гранаты, это значит, что вы любите страсть, вы любите любовь, вы любите чувства, и вы сама очень чувственная, сама очень яркая женщина. Я, кстати, рекомендую вам целый ювелирный образ, ведь он вам не обойдется дорого. 5698 рублей за россыпь гранатов. А если доберете до 7000, то вы получаете скидку в 10%, хотя уже вот так вот комплект нам обходится действительно, обходится нам с потрясающей, может обходиться уже скидкой и может обходиться с потрясающей совершенно помощью в виде бесплатной доставки. А я вам хочу вот такой еще образ дополнить, как раз, да, до скидки. Это колье, которое называется Виват. Тоже выполнено из серебра 925-й пробы. Гранатами оно не украшено, но при этом, согласитесь, идеально вписывается. Вот тот случай, когда многокаменные украшения и украшения без камней, да, виват, сочетаются идеально. И здесь блеск, и здесь блеск. Они друг друга дополняют. И вот это точно вечерний образ. Колье, если вы не услышали, называется Виват. Напоминаю вам название. Не обязательно сейчас записывать номер лота, потому что информации нет. Просто у наших операторов спросите. Вот мне понравились серьги, кольцо, испанский букет и колье Виват. Как их заказать? Но, конечно же, на серьги лучше все-таки записать номер лота, пока эта информация есть в наличии. Я могу сказать, что у нас и только 12 предложений остается. А кольцо у нас по очень доступной цене в том числе. Вот серьги у нас были по цене 2999 рублей, а кольцо с 8 гранатами, вот такое весомое, широкое, посмотрите, да, какой дизайн, по цене 2699 рублей. И вот эта ширина здесь есть, да, богатая, и вот здесь тоже не поскупились. Нету такого, чтобы один камушек был, и потом пустота. Здесь нету пустоты, здесь все красиво, напоминает, знаете, вот такие практически потоки какие-то, красивейший, красный, как будто бы, вы знаете, буквально сами гранатовые зернышки куда-то рассыпались. Но нет, здесь они рассыпались продуманно под дизайном ювелира, под идеей ювелира. Смотритесь. Смотритесь в эту глубину и цвет. Ощутите себя самой привлекательной. Серьги «Испанский букет» из серебра 925-й пробы с родированием, гранатами и фианитами, с английским замком и, конечно же, в лучшем качестве. Цена премьеры 2999 рублей. Эта цена уже со скидкой для вас. Для вас в декабре, чтобы вы успели эти серьги заказать, получить к Новому году и встречали в них Новый год. Для того, чтобы вас огненный петух полюбил уже с этого момента. А я с вами прощаюсь, встретимся через 1 час. Ну и, конечно же, жду вас в моей рубрике.